Важные главы основы конституционного. Thank you.
остатком. Это сколько примерно, ну, тут, чтобы понимали? Ну, то есть это не семьи, которые находятся за чертой бедности. То есть семьи... Завершат к концу года. С требованием нашей... Сколько семей... Это странно. А деньги? На самом деле, семьи совсем... Вот у меня тоже, в общем, такое... Хорошо. Средний достаток. Сообщение из Московской области. Получаем 200 тысяч вдвоем с женой. Не хватает на детей. Я поэтому интересуюсь. Неужели 200 тысяч? Я думаю, что, наверное, не 200 тысяч, конечно, средний достаток. Это, наверное, около 100. На семью. На двоих. Да. Ага. Достаток, возраст У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то... Вот, а у нас многодетная семья с 6 детьми. Прекрасно будет на эти 200 тысяч жить, еще умудриться отдохнуть, съездить. Это в Москве? Это в Московской области. Интересно. Хорошо. Значит, с доходами разобрались. Возраст этих людей какой? Ну, совершенно разные. То есть сейчас понятно, что у нас лет рождения, оно...
Thank you.